Первая в мире децентрализованная маркетинговая платформа Хоку позволяет рекламодателям и партнерам работать напрямую без посредников, гарантируя честные сделки по модели CPA с помощью смарт-контракта. Хоку предлагает рекламодателям с легкостью создавать партнерские программы, а с помощью технологии блокчейн регулирует взаимоотношения с партнерами, решает вопросы с их вознаграждением, следит за чистотой и прозрачностью сделок. За счет отсутствия посредников в лице брокеров, банков, платежных систем, рекламных агентств и прочих, экономия рекламодателя достигает до 45%, в отличие от существующих на данный момент решений. Как это работает? Рекламодатель регистрирует в системе свое предложение, назначает сумму и условия вознаграждения партнерам за привлеченный лид. Многочисленные партнеры, состоящие из профессиональных маркетологов, блогеров, арбитражников трафика, владельцев тематических сайтов, берут в работу данное предложение. Привлекаемые партнерами лиды отправляются рекламодателю, а данные о лиде передаются в смарт-контракт в блокчейне, отвечающий за вознаграждение партнера. В результате рекламодатель получает лиды по минимальной стоимости, а партнер – гарантированную смарт-контрактом оплату. На платформе Хоку также возможно заключать на честной основе любые типы сделок с оплатой за продажи, целевые действия, телефонные звонки, инсталлы и прочее. Внедрение блокчейн в различные сферы добавляет еще больше прозрачности, надежности и достоверности и открывает дополнительные перспективы развития платформы Хоку. Рассмотрим работу Хоку на примере продажи недвижимости, когда информация о сделках хранится в блокчейн-реестре. Застройщик регистрируется и размещает в системе свое предложение. В нем назначает комиссию за реализованную недвижимость, например, 1% от стоимости. Партнеры привлекают лиды и направляют их застройщику. Когда клиент приобретает недвижимость, запись о сделке заносится в блокчейн-реестр недвижимости. Смарт-контракт получает информацию напрямую из блокчейн и после завершения сделки мгновенно переводит комиссию партнеру. Таким образом, застройщик тратит меньше денег на рекламу, а партнер гарантированно получает свою комиссию. Аналогично платформу Хоку можно будет применять во всех сферах, переходящих на блокчейн. Например, страховые и банковские услуги, гемблинг, продажа автомобилей и любые другие сферы услуг.